Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Артмастер Марианна. Сегодня я хочу вам показать свою придумку. Это пуговка из бусин. Так, это примерно что у нас получится. Так, значит, для начала я набираю на леску 4 бусины. И мы с вами сделаем по кругу 4 звена из 4 бусин. Так, вот у меня 4 бусинки на леске. Делаю петлевое соединение. Так, петелька вовнутрь заскочила. Так, снова правая и левая леска у меня. На правую леску я набираю еще 3 красненькие бусинки. Раз, два, три. Так, снова на правую леску я набираю еще 3 бусинки. Так, теперь левая леска подхватывает одну соседнюю левую бусинку, и на эту же левую леску я набираю 2 бусинки. Хотя, в общем, сейчас не важно было, на правую леску наберете вы 2 бусинки или на левую, неважно. Вот мы сделали квадратик из звеньев по 4 бусины. Так, это у нас, так сказать, дно нашей самой пуговки. Вот как мы с вами организуем пуговку. То есть сейчас мы сделаем то место, к которому пуговка будет крепиться в дальнейшем. Да, а потом мы с вами это все закроем. Я возьму 2 беленькие бусинки и небольшой кусочек лески. Так, я продеваю бусинку. Вот одну бусинку я нацепила. Потом я прохожу через 2 звена таким образом. Вот так. Потом я беру еще одну бусинку. С другой стороны делаю вот такую вот историю. Так. И теперь исключительно для жесткости я прохожу одну из лесок обратно, подцепляю ту же самую бусинку, возвращаюсь. Мне нужно, чтобы вот мои бусинки встретились, 2, так. И здесь я делаю узел обычный. Обычный морской узел. Собственно, точно такой же, как я делаю обычно в своих изделиях. И спрячу я этот узелок в той бусинке, которая будет внутри нашей пуговки. Внутри. Так. Затягиваю узел. Так. Узелок затянула. И опять-таки для жесткости я этот узелок прячу в бусинку. То есть вы
должны спрятать свой узелок в ту бусинку, которая будет внутри пуговки, а не снаружи. Так, пролезай, вредная леска. Мы ее сейчас хитро подрежем, косенько так, чтобы сделать остренький уголочек. Оп. И снова. Наша задача спрятать этот узел в бусину. Как-то вот еще надо найти подход. Так, когда что-то не получается, я беру круглогубцы и с их помощью заталкиваю. Так, проталкиваем леску. И теперь прячем узелок в бусинку тихонечко, чтобы леску не порвать. Вот, леска села намертво. Я надеюсь. Да? Так. Обстригаем. Там, где мы с вами обстригли, это у нас внутренняя часть нашей бусинки. Мы сейчас ее заплетем. А вот эту вот часть мы сможем пришить к чему-нибудь. Пришить или приплести. Ну, то есть мы помним, что у нас здесь две лески. Можно взять леску потоньше. Но единственное, что вам нужно сделать так, чтобы вот в этой бусинке плотно сидел узел. Теперь мы берем леску. Так, я тут уже запуталась, где правая, где левая, поэтому посмотрите, вот у меня одно из звеньев, и из него торчит моя леска. И я беру вторую леску и делаю так, чтобы у меня леска прошла в бусину от того же звена. Вот, чтобы две бусины от одного звена у меня сидели сейчас на леске. То есть обычно мы подхватываем леску от другого, обычно мы подхватываем бусину от другого звена, а сейчас мы подхватили от того же звена. Так, теперь давайте мы снова разберем это дело налево и право. Так, вот моя внутренняя бусинка. Две бусины у меня на леске, и на правую леску я набираю три бусинки. Поскольку я хочу сделать ее немножко цветной, я набираю одну беленькую, одну розовую или красную, и еще одну беленькую. И у меня получится звено из пяти бусин, но оно должно встать туда, где у меня над бусинкой, в которой у меня сидит узелок. Так. Дальше левая леска подхватывает две следующие бусины от следующего звена. Вот так. Три бусинки на леске. И на правую леску я набираю одну красную и одну белую. Петлевое соединение. Вот так. Левая леска проходит в две левые соседние бусинки. Вот так. На правую леску я набираю одну красную, одну белую бусинки. Можно сделать однотонными бусинками. У меня просто одна тонна есть, мне захотелось попробовать
бусинку двух цветов, в смысле пуговку двух цветов. Так, теперь на левую леску я собираю три соседние бусины подряд. Сначала две бусинки от соседнего звена, а потом первую белую набранную нами бусинку. Вот. Так. Четыре бусинки на леске. Я добираю еще одну красную. Вот так. И теперь, как обычно, я собираю на леску три бусинки по кругу. Мне нужно, чтобы мои лески встали так, чтобы я могла завязать узелок. Так, завязываю узелок. Узелок, узелок, узелокоч. Морской узелок. Снова беру мои круглогубцы. Затягиваю. Так. Затянули. И я прячу свой узелок в ту бусинку, где у меня не сидит петелька. Потому что там, где сидит уже петелька, вы туда уже не попадете леской. В смысле, вы туда не леской не попадете, не узел там не спрячете. Так. Затаскиваем аккуратненько узелочек. И леска села, и под корешок обстригаем. И у меня получилась пуговка. Такая вот пуговка. За эту ножку мы ее пришиваем куда-нибудь, где вам нравится. Вот такая мелочушечка. Еще одну вещь хочу добавить, что если, например, у вас вот эта леска порвется, вы без труда сможете вот ту леску внутреннюю снова подцепить и снова сделать то же самое. Потому что в ту дырочку вы снова сможете спрятать узелок. Вот, а единственное, возможно, потеряется вот эта вот бусинка. Так что, мне кажется, довольно практичная, милая штучка. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, заходите в мой блог на сайте boosty.to/beatart. Вы найдете там много хороших, полезных мастер-классов. Желаю всем хорошего настроения и всем много бусинок. Пока-пока!